С начала года по губернаторской программе «Мой подъезд» в Одинцовском округе отремонтировали уже 138 подъездов. В этом году планируется привести в порядок еще 255 объектов. Комплекс работ включает в себя замену оконных блоков, напольного покрытия и почтовых ящиков, окраску стен и потолков, ремонт входных и тамбурных дверей, замену светильников. Всего на этот год запланирован ремонт 393 подъездов.